У православных христиан наступил крещенский сочельник, который знаменует окончание рождественских святок и канун одного из главных церковных праздников Богоявления. Во всех церквях сегодня пройдут торжественные службы и освящение воды, которое, как считается, обретает чудодейственную силу. В эти минуты в столичном храме Христа Спасителя божественную литургию проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А водоемы к традиционным крещенским купаниям подготовили проруби, которые еще называют иорданями. В Москве в этом году их более полусотни. Добавлю, что верующим в этот день до появления первой звезды положено соблюдать строгий пост.